Привет, друзья! Привет всем, кто попали на мой канал и смотрят мои ролики. Заказал очередную посылку из Китая. Как видите, это микро-USB кабель типа C. Значит, вот его стоимость. 99 центов за метровый кабель. Я уже посылку распечатал и проверил этот кабель. И сейчас вам расскажу. Значит, посылка, на удивление, шла очень быстро. Значит, пришло оно в таком пакетике. Вот такие вот кабеля. Значит, фирма Baseus. Я перед тем, как заказывать, прочитал про эту фирму. Говорят, очень надежная, классная фирма. Значит, я заказал 3 кабеля длиной по метру. В итоге я один вот распечатал уже. Он вот так вот запечатанный полностью. Значит, сейчас я разрежу. Но продавец мне положил не метровый, а положил 1,20 м. Значит, метровый кабель, цена на Алиэкспрессе 99 центов. Это очень-очень дешево. У нас просто таких кабелей, как говорят, ну, не видел по такой цене. Значит, во-первых, здесь 1,20 м. Кабель я проверил. Ну, как бы я взял себе сразу 3 штуки на всякий случай. Один в машину. Значит, кабель сам вот такой материал, как бы чуть-чуть прорезиненный. Вот выходы. И на морозе, вот у нас было минус 15 градусов, сейчас зима. Значит, супер себя ведет, вообще мягенький. Ну, как бы не очень мягкий, но просто я видел твердые кабели, которые вот эти алюминиевые внутри. Мягкий, все супер. Подсоединял зарядку, которая показывает ампераж. Все четко, все работает, передает отлично зарядку. Значит, одно могу сказать, что просто кабель супер. За 1 доллар у нас такого кабеля не найдешь. У нас можно найти там, ну, не за доллар, а где-то за доллара полтора кабель такого какого-то мутного производителя. А здесь производитель нормальный. Вот видите, фирма вот эта Baseus. То есть эти кабеля производителя Baseus можно брать. Значит, посылка мне пришла очень быстро, за 2 недели. Ну, это как бы для кабеля очень быстро. Почему этот брал кабель? Я, ну, заказал новый телефон себе, точно так же через AliExpress. Новый телефон, а там уже разъем типа C. Все, сейчас отпишусь, что получил. А, значит, смотрите, какие тут еще варианты есть. Значит, можно взять метровый кабель, но это другого типа. Значит, полметра стоит 89 центов. 1,20 м. Это мне положили вместо метрового. Он стоит $1,28. И обычный стандартный метровый 99 центов. Может быть, это распродажа, потому что здесь вот старая цена указана. В старой цене стоил он $1,24. Все, так что делайте правильный выбор. Мне этот кабель очень понравился. Ссылки, где покупал, внизу. Кому интересно, заходите, покупайте. На сегодня пока-пока и до новых встреч.